Итак, доброе утро. Сегодня мы читаем последнюю главу второй книги Пятикнижия Моисея, глава, которая называется «Пикуде». Итак, эти две главы. Первая – «Ваегель», которую мы читали на прошлом уроке. И данная глава «Пикуде». Обычно, вот когда у нас простой год, то мы их читаем вместе, две главы в одну субботу. Однако в этом году у нас год высокосный, и поэтому мы читаем эти главы раздельно, каждую главу отдельно в субботу. И сегодня мы немножко поговорим об этой главе, почитаем ее. Собственно говоря, эта глава, она говорит о том, что все, что Господь заповедал Моисею делать из частей скинии, все эти части, они были сделаны и принесены Моисею. И Моисей получил это все уже изготовленное, то есть уже вся скиния была готова. И после того, как Моисей получил все части скинии, то Господь заповедовал Моисею, чтобы он поставил эту скинию в первый день первого месяца, то есть в первый день месяца Нисан, первый месяц года, весенний месяц года. Должна быть поставлена скиния. Вот. И поэтому наши мудрецы сказали, что, во-первых, чтобы мир был создан первый месяц, первый день месяца Нисан, то есть в начале Нисана был создан мир, в начале Нисана Господь вывел народ Израиля из Египта. В начале Нисана была построена скиния, и в начале Нисана Безрат Ашем Господь приведет Мессию и приведет народ Израиля обратно в землю Израиля и сделает, естественно, большие чудеса для всего этого. Точно так же, как он сделал и при выводе израильтян из Египта. И поэтому, собственно говоря, вот чтение вот этой главы, где упоминается первый месяц первого Нисана, первый день месяца Нисана, первого месяца года, значит, эта глава, она приурочивается, и она читается перед началом месяца Нисана. Вот. Ну, у нас осталось еще полмесяца, еще 2 недели осталось до начала месяца Нисан, и мы прочитали эту главу вчера, в эту субботу. Значит, я сразу приурочу то, что после того, как была составлена вся скиния, то слава Господа наполнила скинию, и Моисей не мог войти в шатер, поскольку его осеняло облако и слава Господня. И это уже, значит, начало того, что начало похода народа Израиля по пустыне, потому что когда народ Израиля становился станом, то облако оседало на скинию, когда же облако поднималось, то весь народ Израиля знал, что нужно подниматься и идти далее по пустыне. Вот. И теперь мы начнем нашу главу. Эле пекуде ха мишкан, мишкан гайдут. Да, булардер сан лары ол мишканнен, мишканы ол шахадат лыкнен. Вот счета по скинии, скинии откровения. И сан алды буйруги белянь мушинен, сведенные по повелению Моисея, куллуги ол левидарнин, трудом левитов,
колу билян Итамарнын оглы Аарон ол когеннын под руководством Итамара, сына Аарона, священника. У бечалель да бечалель оглы Уринын, оглы Хорнын, шеветиня Иуданын. Бечалель же сын Ури, сын Хора, из колена Иудина, кылды джумляны ки симарлады Адонай Мошея, сделал все, что повелел Господь Моисею. Да бергесеня агуле ах оглы ахисамахнын шеветиня даннын, и с ним же агуле ах сын ахисамаха из колена Данова, уста дахисапчи данахисчи, резник и искусный ткач и вышивальщик, кёк да и да иргаваны, да кырмызы, иранкли да бияз и пек билянь, по сините, по багренице и по червленице и по весону, джумля ол алтын, ол кылынган, ол ишкя, всего золота, употребленного в дело, джумля ишеня ол кодишнын, во всем священном труде, да иди алтыны ол суммакнын, и было золото приношений, егерми докус кантар, да еди юз отуз мискал ол кодиш мискал мискали билен. 29 талантов и 730 шекелей по шекелю священному. То есть мы видим здесь, сколько собрали золотоприношения. Дагумуши санларнын ол джаматынын юз кантар. Серебра же от общественного исчисления. Мы говорили о том, что каждый человек должен принести пол шекеля серебра. Итак, посчитали народ, сколько есть народа. Да бин еди юз ятмиш беш мискал. И 1775 шекелей. Ол кодиш мискалы билянь. По шекелю священному. Ярым мискал баш саинча, по беке с головы, по половине шекеля, ярымысы ол мискалнын, ол кодиш мискалы билянь, по шекелю священному с каждого проходящего для пересмотра, джумля ол гичань, ол хесабланганларга, егерми яштан да югары, каждого проходящего для пересмотра от 20-летнего возраста и выше. Алты юз юч мин да беш юз элли дянь. 603 550. То есть всего было мужского пола 603 550 человек. От 20 лет и до 60, да, 20, от 20 лет и выше. Да иди юз кантал ол гумуш тёк мягя, и пошло 100 талантов серебра для вылития темеллерин ол кодишнын, для вылития подножия святилища, да темеллерин ол пертенын и подножий завеса, юз темеллер юз ол кантардан бир кантар гар темельгя. 100 подножий и 100 из 100 талантов по таланту на подножие. Да ол мин еди юз ят миш беш кантардан, и из 1775 колды
Значит, он сделал крючки к столбам, докаплады башларыны, да япыштырды аларны, и обложил верхи их и соединил их связями. Да бакыры ол саллап вермякнын, етмыш кантар да 2400 мискал. Меди же приношения 70 талантов и 2400 шекелей. Да кылды андан темеллерин эшигинин огельмойднин да ол бакыр мизбеяхны. И сделал он из этой мебели, этой меди, сейчас мы говорим о меди, подножие для входа шатра соборного и жертвенник медный. Да ол бакыр элякны кианар и решетку медную к нему, да джумля таким ларын ол мизбеяхным, и все сосуды жертвенника. Да темелларин ол азварнын чупчувря, и подножие для окружности двора. Да темелларин кабагынын ол азварнын, и подножие для ворот двора. Да джумля казыкларын ол мишканын, и все колья скини. Да джумля казыкларын ол азбарнын чупчувря, и все колья двора кругом. Уминта, да ол кёк, да ол ирхавны, да ол крымызы ирянклы епектяне, а из синеты и багреницы, и червленицы, кылдылар юмуш упракларыны юмуш этмя кодыштя. Они сделали служебные одежды для служения во святилище. Да кылдылар ол кодыш урбаларыны ки агаронга, и изготовили священные одежды Агарону, ничики сымарлады Адонай Мошеге, так как повелел им Моисей. Да кылды ол эфодны, алты кёк да ыргаваны, да кырмызы иранкли, да вияз епек бурулмыш. И сделал он эфод из золота, синеты и багреницы, и червленицы, и крученого виссона. Да, чакучлап яйдылар ол алтын, танекелярны да кесты теллар. И выплащили листы из золота и разрезали в нити кылмага ортасында ол кёк, да ортасында ол ырхаваны, да ортасында ол крымызы иренкли, да ортасында ол бияз епекнен иши хесапчинын. Чтобы воткать в синиту и в багреницу, и в червленицу, и в весон искусную работаю. То есть для того, чтобы дать вот эти вот золотизну в одеждах, просто брали золото, его расплющивали и делали из него нити, золотые нити, и их вдевали в другие ткани. Бамузлыклар, кылдылар, анар, кушулганлар, кушаклар. А плечи приделали к нему связывающие, типа поясов. Эки кайрлары истюня да эфот кушулды. На обоих концах его он был привязан. Вехашав да багы, афуда сынын,
И устюня гендендендер ол типки иши гиби. И пояс эфода, который поверх него был из него же, одинаковой с ним работы. Алтын кёк да эргаваны да кырмызы и рянкли да вияз ипек бурулмыш. Из золота синеты и багряницы и червленицы и крученого бессона нечики марлады Адонай Моше я, так как повелел Господь Моисею. Да низма низ, да низамладылар ол шогам ташларыны и оправили камни ониксовые, чевирильгенляр алтын бушамаклар билянь, вставив их в золотые гнезда. Казылганлар мехор казмаклары гиби. И вырезав резьбою печати, адлар устюня огланларынын Израильнин. По именам сыновей Израилевых. Да койды аларны омузлыклары истюня ол эфоднын и положил их на оплечья эфода, сагынмаклык ташлары огланларына Израильнин, для сынов Израилевых камни памяти, нечики сымарлады Адонай Мошегя, так как заповедовал Господь Моисею. Да кылды олхошенны, и сделал наперстник, иши хесапчинын, иши гиби эфоднын, работы художественной ткацкой, такой же работы, как и эфод, алтын кёк да иргаваны, да кырмызы, ирянкли, да бияз бурулмыш, епектянь. Из золота, синеты и багряницы, и червленицы, и крученого навесона. Дегермя олды, четырехугольный был он, катланган кылдылар ол хошенны, двойной сделан был наперстник, карыш узунлуги, да карыш кенлиги катланган. Пять длина его и пять ширина его двойной. Да долдулдылар анда дот сыраларын ташнын и вставили в него четыре ряда камней, кырмызы, якут, да зумруд, да ниджав сыросы. Один ряд из них был рубин, топаз и изумруд. Это первый ряд. Ол бир сыра, да ол кенжи, сыра шеб, чирак, далагы, даладжи, веирт, якут, дабияз, алмаз. А ряд второй – карбункул, сапфир и алмаз. Да ол учунжи сыра, перуза, да айныхур, да лаль, аль-халма. Ряд же третий был яхант, агат и аметист. Да олдурдунжи сыра, керизалит, да сары алмаз, да акандаши. А четвертый же ряд был хризалит, оникс и яшфей. Вот интересно, яшфей переведен здесь как дословно, если перевести с караимского акандаши, тающий, текущий камень. Чеверильгенляр, алтын, чемберляр, билянь. Камни же эти
значит, они были обрамленные золотыми гнездами. Дол Макларенда в оправе их. Да ол дашлар адлары юзере оглан ларенен исла эльнине. Камни же эти были по именам сыновей Израилевых. Израильнин бир алар. Он эки адлары юзере мехор казмаклары гиби. 12 для имен их резьбы печатной. Гар кишинин ады изере он эки шевидгя. Каждый для имени на нем для 12 колен. Да калтылар олхошин из тюня. И сделали они к наперстнику цепочки. Барабар ульчаляри зинжиллар тель иши. Цепочки граненые, плетеной работой. Темиз алтиндан из чистого золота. Да кылдылар эки алтын чемберляр, да эки алтын халкалар. И сделали два гнезда из золота и два золотых кольца. Да вердилар эки ол халкаларны. И прикрепили оба кольца. Эки кыйырлары истюня ол хошеннын. К двум концам наперстника. Да вердилар эки ол алтын телярны, эки ол халкалар истюня. И вдели оба золотые плетёшка в оба кольца по концам наперстника. И ольчалари истюня ол хошеннын. Да эдда эки ольча... Уч... Да эки учларын эки... Ол телернин вердилар эки ол бушмаклар истюня. Оба же конца двух плетёшков прикрепили к обоим гнёздам. Да вердилар аларны омузлыклары истюня ол эфоднин каршисена юзларинин. И прикрепили их к плечьям эфода с лицевой стороны его. Да калдилар эки алтын халкалар. И еще сделали два кольца золотых. Да койдилар эки учлары истюня ол хошеннын. И прикрепили их к двум концам наперстника. Ягасы истюня на том краю его. И карши сына ол эфоднын и чаренгя, который к эфоду вовнутрь. Да калдилар эки алтын халкалар. Еще сделали два кольца золотых. Да вердилар аларны эки омузлыклары истюня ол эфоднын. И прикрепили его их к обоим оплечьям эфода. Ашагартын дан снизу. Каршиндан юзлеринин каршисина кушак еринин с лицевой стороны его против шва его устюндян багнин ол эфоднин над поясом эфода. Байеркису да кютерип кошу, коштулар ол хошенны халкаларындан и прикрепили на перстник кольцами его. Халкаларына ол эфоднын хайтан билян к кольцам эфода шнуром из синеты ол мага багы истюня ол эфоднын, чтобы он был над поясом эфода и кетмяги ол хошен истюндян ол эфоднын, чтобы не сдвигался наперстник с эфода. Нечики симарлады Адонай Моше я, так как заповедовал Господь Моисею. Да калды эфот кушаган
Шушманины, Токуджи и Шиги. И сделал он ризу к ходу тканной работы. Текмиль кёк епектяне, всю из синеты. Да агазы ол шушманын, ортасын да агзы киди кёкнын. И отверстие ризы в середине ее, как отверстие у брони, яга агзына чупчувря ки ертылмагай. Обшивка вокруг отверстия ее, чтобы она не рвалась, чтобы оно не рвалось. Ваясуда кылдылар этеклери из тюня, а по подолу ризы сделали кёгда эргаваны да кырмызы ирянкли бурулмыш епек нарларги. Сделали они гранаты из синеты, багряницы и червленицы с ученой. Да кылдылар темиз алтын чанлары и сделали колокольчики из чистого золота. Да вердилар ол чанларны ол нарларнын арасында и подвесили колокольчики между гранатами. Этеклари истинно ол шушманнын чупчувдя ортасында ол нарларнын между гранатами по подолу ризы кругом. Алтын чан данар, алтын чан данар. Колокольчик и гранат, все из золота, конечно. Этеклари истинно ол шушманнын чупчувря по подолу ризы кругом юмуш этмягя для служения нечикис и марлады адуне мошия, так как заповедовал Господь Моисею. Ваясу да кылдылар ол вияз епек гельмеклярны иши тюджинин и сделали кутониты, это такие, такие халаты из виссона, работы тканой, агаронга да огланларына, для агарона и сыновей его, да олби яз епек саркны и кидар из виссона, да олби яз епекли дильбер эксек кавукларны и нарядные наглавники, высокие головные уборы из виссона, да ол бияз кончакны, бияз бурулмыш и пектянь, и нижнее льняное платье из скрученного виссона, да ол инчкерны, бияз да кёк да ирхаваны, и пояс из скрученного виссона и синеты. Да кырмызы ирянкли бурул мыши пектяни иши нахыщчинен. И багрянец, и червленицы узорчатой работы нечики сымарлады адунай мошия, так как заповедовал Господь Моисею. Да кылдылар ол айрухсы чичак таджины темиз алтындан и сделали пластинку к священному венцу из чистого золота. Да яздылар истюня мехор казмакларнын язды шигиви и начертали на ней письменами печатной резьбы кодыш радунай, святыня Господня. Это то, что было написано на пластинке, которую носил Агарон. Да вердилер истюня кёк кайтан вермяга ол сарык истюня йогартындан и прикрепили к ней шнур из синеты, чтобы налагать ее на кидар сверху. Нечикис и марлады адуне мошия, как повелел Господь Моисею.
ותחל דה תקימיל עובדי ג'ומלה אישי משכן נין אוהל מועד נין אתם זקונצ'לה סטרבוטת להסקיני שטרה סבורנבה דה קלדילר אוהלן לרי ישראל ניני גר ניג'ה כיסי מרלדי אדוני משה יא עלי קלדילר וסדלו סיני ישראלי все, как повелел Господь Моисею, так и сделали. Да гетердилар ол мишканны мушия, и принесли скинию к Моисею, ол чадерны, да джумля таким ларыны, весь шатер и все принадлежности его, копча ларыны, так, тахта ларыны, мандаларыны, да дирекларыны, да темелларыны, крючки его, брусья его, засовы его, столбы его и подножия его, да олкрымызы бойлаган, да олкрымызы бойлаган кочкар, терилларендян ортусыны и покров из кож бараньих красных, да олтахаш терилларнын устусыны и покров из кож тахашевых, да ол эрту пердесыны и завесу для полога. Ол шахадатлык сандугыны да сувракларыны да ол капакны, ковчег откровения и шесты его и крышку, ол терапизны джумля такымлары билянь, стол со всеми принадлежностями его, да ол ики юзли пэтмякны и хлебы предложения, двухсторонние. Олтыми золотыны шемиданыны кандиллари белянь. Светильник чистый с лампадами его. Ол ярашмыр, ярашмыр мак кандилларыны. Лампады расставлены. Да джумля так кымларыны, да ол ярыклык ягыны, и весь прибор его и ели для освещения. Да ол алтын лизбе ягны, да ол сельмяк ягыны, и жертвенник золотой, и ели помазанья, да ол эзалар тутсусыны, и благовония для курения, да ол чадыр эшегенын тортусыны, и завесу ко входу в шатер. Ол бакыр мизбей яхыны, да ол бакыр элекны ки анар, жертвенник медный и решетку медную к нему, суврук ларыны, да ол джумля таким ларыны, шесты его и все принадлежности его, ол кумганы, да таслаханыны, умывальники подножия его, азбарнын формякли бездарыны, да еракларыны, да темелларыны, а дирекларыны, да темелларыны, умывальник, сейчас еще раз вернем, ол азбарнын формякли, безлерины, да и дирекларыны, да темелларыны, завесы двора, столбы его и подножия к ним, да ол ортуны, ол азбар кабагына, и завесу к воротам двора, епларыны, да казыкларыны, веревки и колья ее, да джумля такымларын, куллугунын олмишканын огель моэдгя. И все вещи для служения в скинии, для шатра
соборного. Ол юмуш упракларены, юмуш эт мягя кодиштя, одежды служебные для служения во святилище. Этими одеждами покрывали приборы святилища. Ол кодеш упракларены агарон ол когенья, одежды священные агарону священнику. Да упракларен огланларенин коген лик эт мягя, и одежды сыновьям его для священнослужения. Гар ниджа хисы марлады Адонай Мошея во всем, как повелел Господь Моисею, алекал дилар огланлары Исраэльнин, так и сделали сыновья Израилевы, джумля ол хуллукны, всю эту работу. Да герди Моше джумля ол ишны, и проверил Моисея всю эту работу, да мунак хылбила они, и вот они сделали ее, ничики симарлады Адона Алай хылбилар, так как повелел Господь Моисею, так и сделали, дал гишлады аларны Моше, и благословил их Моисей. Да сэздады Адона Моше гадимя, и сказал Господь Моисею, ол бурунги айнын гюнюндя бириндя ол айнын, в первый день первого месяца, Тургузгин, Огель Моэднин, Мишканин, поставь скинию шатра соборного. Весамта, да койгин, анда ол шагадатлык сандугны, и помести там ковчег откровения, да каплагин ол сандук, ол сандук янына, якын ол пердены, и закрой ковчег занавесою. Бегевита да гиргизгин, ол терапизны, да яраштергин, и внеси стол, и расстав на нем яраштермак экнигины, все по порядку его, имеется в виду хлеб приношения. Да гиргизгин ол шамиданны, и внеси светильник, да янтергин чиракларыны, и зажги лампады его. Да вергин ол алтын визбеяхны, и туцу ичун, и поставь жертвенник золотой для курения. Алдына ол шахадатлык сандугунын, перед ковчегом откровения. Да койгын ортусын ол эшикнын мишкянгя, и повесь завесу у входа в скинию. Венататта да вергин ол ола мизбеяхыны алдына эшикнын мишканынын огельму эднын, и поставь жертвенник всесожжения перед входом в скинию шатра соборного. Да вергин ол кумганны арасына огельму эднын, и поставь умывальник между шатром соборным да арасына ол мизбеяхнын, и между жертвенником да вергин и чиня сув, и налей в него воды. Весамта да дизгин ол азбар таким ларыны чупчувря, и выстрой двор кругом, да вергинь ортусын кабагынын ол азбарнын, и повесь завесу в воротах двора. Да алгын ол сельмяк ягыны, и возьми еле помазания, да сельгинь ол мишканны, да джумляны ки ичиндя, и помажь скини и все, что внутри ее. Да айрухсы эткинь аны, и освети ее, да джумля таким ларыны, да ол сын кодыш, и все принадлежности ее, и будет она святой. У машахта да сыльгинь ол ола мизбеяхыны, и помажь жертвенник всесожжения, да джумля таким ларыны, и все приборы его, да айрухсы эткинь ол мизбеяхыны, и освети этот жертвенник, да олсин олмизбеях кодиш кодиш лярнин, и да будет жертвенник святой святых.
Das Evgen ol kumhanı da taslahanını da ayruksı etkin alarını и помашу ему умывальник, и подножие его, его и освети их векрафта, да его хлаштергин, агаронны, да огландарны, и подведи Агарона и сыновей его, и шегеня огельму эднин, ко входу шатра соборного, да ювгин аларны, сувлар белянь, и омой их водой. Илбаштам, да гидергинь Агаронга олкодеш упракларыны и облики Агарона в священные одежды, да сергинь аны и помажь его, да айрусы эткинь аны, да когендик эцинмана и освети его на священнослужение мне. Да огланларыны его клаштыргын и сыновей его подведи, да гидергин аларга гөлмәкләр,